Привет, я Микела. А я Хрюша. И мы обожаем музыку. Самые классные песни и клипы. Секреты успеха звезд. Все о музыке и даже больше только в Муз-Токе. Смотри сегодня. Желание сбудется, если... Как устроен настоящий оркестр? Какой карнавальный костюм подготовил Хрюша? И как я хочу встретить Новый год? Впереди Муз-Ток. Не переключайся. Мы тут с Хрюшей нашли в интернете инструкцию. Как сделать так, чтобы новогоднее желание сбылось? Хотим с вами поделиться. Перед тем, как лечь спать в новогоднюю ночь, нарежь много-много бумажек. Осторожно, ножницы острые. После на каждой напиши желание. Например, загадай, чтобы тебе подарили куклу или планшет. Ну или машинку на пульте. Положи записки под подушку и ложись спать. Утром, не глядя, достань из-под подушки только одну записку. Именно это желание сбудется. Не знаю, не доверяю я таким инструкциям. Но попробовать стоит. Автору. Хрюша, а как ты обычно встречаешь Новый год? О, очень интересно. Мы с друзьями наряжаемся в карнавальные костюмы и веселимся до утра. Интересно, а кем ты будешь в этом году? А, это секрет. Но я вам точно покажу, только попозже. Отлично. Я хочу в этом году встретить Новый год по-другому. Это как? Представь себе, известный оркестр играет на улице, снег падает большими хлопьями, мы пьем горячий шоколад. Ну, горячий шоколад и улицу я тебе не обещаю, но оркестр без проблем. Красивая музыка, правда? Это играет оркестр. Мне всегда было интересно, как он устроен. Сегодня мне удалось задать этот вопрос Алексею. Он дирижер оркестра и уж точно сможет мне все об этом рассказать. Оркестр состоит из нескольких больших групп. Первая, самая основная группа – это группа струнных инструментов. Струнные инструменты в оркестре – это скрипки и контрабасы. Дальше есть группа духовых инструментов, которая тоже делится на две части. Первая группа – это группа деревянных духовых, флейты, гобои, кларнеты, фаготы. А вторая группа духовых инструментов – это группа медных инструментов – трубы, валторн, тромбоны, туба. Все эти инструменты очень здорово звучат. Но лично мне больше всего нравятся барабаны. Оказывается, в оркестре вот такие барабаны называются литавры. Какое интересное название! Это главный инструмент в большой группе ударных инструментов. Он самый главный, самый большой и самый важный. Кроме этого, там есть еще различные тарелки, колокольчики. Музыканты с ударными инструментами всегда сидят в последнем ряду, потому что ударные инструменты издают громкие звуки. Скрипок в оркестре всегда много. Именно они делают звучание всего музыкального произведения таким мощным. Оркестр — это много разных музыкантов, которые вместе сообща исполняют одно и то же произведение. Можно сказать, это командная работа. Никто не может ошибиться, чтобы не подвести другого. А руководит игрой дирижер. Его задача в том и состоит, чтобы объединить работу всех инструментов в одно целое. Тогда-то и получается красивая музыка. Алексей, а какому музыканту в оркестре сложнее всего? Всего сложнее тому музыканту, у которого очень мало нот, допустим, в игре. Вот представь, большая музыкальная форма, симфония, там большая часть, музыка идет минут 15. И у этого музыканта
где-то в серединке есть 4 или 8 тактиков соло. А, и он сидит, ждет. И он ждет, считает такты. Он, конечно, надеется, что дирижер ему покажет. А дирижер не показывает, а и дирижер он сам может увлечься и не показать ему. Вот. И он должен, как говорится, на дирижера надеяться, а сам не плашает. Вот, оказывается, как непросто бывает коллективно исполнять музыку. И все-таки оркестр – это большая семья музыкантов. И когда они слаженно работают, получается невероятно красиво. Хрюша, ты где? А-бам! Это, наверное, твой карнавальный костюм. Ну да, да. Ну классно же, правда? Правда классно? Ты очень похож на мышонка из кукутиков. Точно! Именно о кукутиках наш следующий сюжет. Привет, ребята! Привет! Какая у вас замечательная студия! А вы покажете, что тут делаете? Друзья, вы уже, наверное, догадались, что сегодня я приехал в гости к кукутикам. Именно здесь, в этой студии, появляются музыкальные истории этих забавных героев. Ой, а это что за красный ящик? Это наша студия звукозаписи. Мы записываем голос. Вот так. Мы ку-ку-ку-ку-кутики. Нас зовут кукутики, кукутики. Мышонок! А дальше что происходит? Звукорежиссер записывает голос. О, а где он? Вот там. Покажешь? Да. Вот это звукорежиссер. Он записывает наш голос. Здравствуйте! Привет, Мун. А дадите послушать, что у вас получилось записать? Давай. Машинку без слов. Скорая помощь везет докторов. С вами так весело! А что это за зеленая трава здесь? И стены зеленые. Мур, это не зеленая трава, а это фон, на котором снимаем все клипы для вас. И можно посмотреть, как вы это делаете. Это зеленый фон, на котором, как сказал Саша, мы снимаемся. Вот поэтому у нас костюмы не зеленые. Иначе, если бы у нас хоть капелька костюма была зеленая, мы бы вырезались. Точно! А может, споете здесь что-нибудь? Конечно! Мы ку-ку-ку-ку-кутики. Нас зовут кукутики. Рутики! Весело! А когда все отснимете, как же потом получаются такие замечательные ролики? Это делают монтажеры. Они вон там. Пойдем покажем. Побежали! Пошли! Пошли! Ух ты, как тут интересно! А кто все эти люди? И чем они занимаются? Это Женя, она аниматор. Она сейчас делает анимацию к песенке «Кенгуру». Это Алина, она сейчас рисует рисунки к песне «Прятки». Правда? Да! Привет, Мур. Здравствуйте, Алина! А картинки действительно интересные! Она делает очень красивые картинки. Мур, а вот там вон Ира. А она чем занимается? Она монтирует мультики и снимает нас. Здравствуйте, Ирина! Ира показала мне, как она монтирует кукутиков в мультфильмы. Вот почему кукутики снимаются на зеленом фоне. На этот фон при монтаже подкладывают мультфильм. И получается вот такая картинка. Кукутики и мультипликационный персонаж. Спасибо, ребята, мне очень понравилось в вашей студии. Пожалуйста! Пойду расскажу о вас друзьям. Пока, Мур! Пока, кукутики!
А на сегодня все. Слушай музыку и загадывай самые добрые желания. А еще смотри Музток на следующей неделе. Будет интересно. Обещаем.